Команды спортивной школы «Коми» отыграли 7-й тур юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Матчи в трех возрастных группах с соперниками из Череповца прошли на поле республиканского стадиона. Старшие юноши сыграли в ничью 2-2. Голами отметились Никита Карнаухов и Тимур Буланов. В категории до 16 лет наши ребята, к сожалению, уступили со счетом 2-3. Авторы голов в команде «Коми» Павел Васильев и Ярослав Грофель. А вот младшие юноши порадовали, добыли ничью на 4-й минуте компенсированного времени. Сергей Исаев установил окончательный счет в матче 2-2. Беспроигрышная серия команды достигла уже 6 матчей. В активе 12 очков, и это третье место в турнирной таблице. Следующие матчи состоятся на выезде 1 июля. Соперник – команда «Динамо». И забили, все-таки забили.